Васильевна. Здравствуйте. С учетом того, что у вас тут слабое отопление, вот вам. Ребятки, а сколько это будет стоить? Это все бесплатно, вы что, издеваетесь? Все нормально. Поэтому мы сейчас вы можете сходить в ресторанчик, посидеть? Нет, Зоя Васильевна, убирайте вообще, вы что, не надо ничего делать. Ресторанчик. А как же? Мы по ресторанчикам не ходим, мы не пьющие. В боях за свободу народу пало немало героев. Чтоб мы счастливо жили, они не знали покоя. Камура и гранаты бросались по танке. В замерзшей земле вырывает для взвода землянки. Я видел наших героев, что не стесняясь роняют. Потрогайте рукой. Рукой потрогайте. Видите, да, тепло идет? А вот сюда это первая скорость. Вот здесь первая скорость, туда вторая. Какая-то проблема, звоните моим помощникам. Хорошо? Зоя Васильевна, мы сейчас пойдем в подвал, спустимся, посмотрим, чтобы завтра все закупить и на следующей неделе начать утеплять. Спасибо вам большое. Приходила женщина. Вот, вы рассказывали про свои подвиги, правильно? Да. Так ну, это же хорошо. Стыдно. Почему это стыдно? Ну, вы пример сейчас для молодежи. Сейчас то же самое происходит на Донбассе. Ваших примерах, Зоя Васильевна. Я делала только свои дела. Я просто... Если раненый, я его спасаю. Никто не забыт, ничто не забыто.